Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты, трупы, все вы трупы. Холушки Амигос, там снова вы, здесь снова я, и это Dark Souls, а это значит, что кому-то в ближайшее время напинают по заднице. Думаю, что это буду я. Я пропустил одно место, я что-то не понял, где оно. Ту самую пещерку, в которой я всегда брал огненный меч в предыдущей... В предыдущей версии. И как же туда спуститься, предлагает игра. Видимо, так. По-моему, раньше был нормуль проход. Ай. Вау! Оу, щит, нихуя себе. Понеслась по кочкам. Блять, они все-таки меня скинули и убили. Ёб твою мать. Поганые вы мрази, только я человечность съел. Бля, ублюдки. Славное начало, да? Угу. Так, хорошо. Хорошо, блядь, хорошо. Очень хорошо, вообще прекрасно, так и хотел. Все идет по плану. Не бздите, сейчас все будет что-то написано. Может помочь удар в падении, куда? А. Это... Хуительно, он мне помог. Это лучше, этот удар в падении лучшее, что случалось в моей жизни. Куда ты замахнулся, а? Сука, так вы можете вдвоем, да? Да, вдвоем у них действительно получается неплохо. Ржавая тварь. Ну дай. Куда ты упал? А. Да, пока колечко не купишь туда, походу, за лутом-то не слезть. Самоцветище жизни. Так, там вот на той стороне уже сейчас видно это дерево. Тогда оно в глаза не бросилось, а жаль. Так, тут у нас опять самоцвет жизни. Ничего интересного, ничего нового. Так, здесь надо. А, человеческая фигурка снова со мной. Ну, давай, обходи. Ах ты, блядь, да, сука, откуда, как ты так делаешь-то? Блин, автопереключение цели, это ужас какой-то, можно реально низверзнуться вниз, блин. Просто давишь на ходьбу, а персонаж автоматом поворачивается и идет, видимо, к ближайшей цели. А что, тут на землю надо падать? Нет. Тут дорога устлана просто лутом всяким, но этот лут просто такое барахло. Что-то топорик-то как на короткой дистанции бьет. Но по большей части ваншотят, конечно, это неплохо. Черепаху поставили. На какой хрен она там нужна? Что она там охраняет? Ай, почему сожаление? Че, меч что ли убрали? Мне просто интересно, ставили они меч? Черепаха теперь его охраняет. Вот так вот. Ой, блядь. Это не та пещера. По краешку рашим. Раньше она вообще не попадала. Затаскивай свою жопу, ну. Длинный меч огненный. Оставили. Только разве он длинный был? Да. 78. Это очень хороший параметр для начала игры. Я до сих пор так считаю. Мне кажется, что это лучшее оружие. И обязательно надо за ним сюда забегать, если ты не маг. А вот что рядом в соседней пещерке? Это мы узнаем только если я черепаху поборю. Это была ловушка, как мы видим. А,
Шанса на бэкстап не было, он сразу. Он сразу на меня обрушился своей, да, толстой задницей. Получай. Да, он медленный, но если он хоть раз попадет. Черепахи, которые были в прошлый раз дальше, впереди, они были намного опаснее этих. Те умели же делать что-то, кроме широкого взмаха матросского. А, здесь же говно какое-то. Щит пехотинца, это какая-то шутка. Что за щит пехотинца? Отлично, супер. Определенно стоило убить черепаху, чтобы забрать это говно. Все, больше там не... А, там лестница на выход, вот что там она охраняет. Ну, пошла нам в жопу. Еще одну черепаху ломать я не собираюсь. Это не такое простое занятие. Вернее, не особо это сложно, но риски все равно остаются. Что придется еще раз сюда идти за своей душой. Настырный типок. В рукопашную при... Уж... Это же как меня убить-то ему хотел, что он в рукопашную со мной драться залез. Офигеть. Так. Угу. А вот теперь попробуй выйди. Да-да-да. Их здесь стало очень много. Стоишь там, вот и стой, сука, падла. Так, можно заточить теперь меч. И это будет уже крутой меч, с которым уже можно будет... Ну, если не на дракона нападать, то с преследователем пободаться можно будет уже точно, более-менее, с высоким шансом выйти победителем из этой смертельной дуэли. Там есть хитрожопый способ, как убить его из катапульты, но это надо два раза его минимум запарировать. А парировать его не так просто, во-вторых, явно очень опасно. Потому что он и проклинает, и долбосит, и дамажит. Очень говенный, сука, босс, на самом деле, я его пол игры, когда играл в первый раз, пол игры не мог убить. А, усилить. Ну-ка. Осколками титанита точатся магические предметы. В этом офигенный плюс. Оп. И все. И душ точка нет стало. Зато 110-110. Вот так вот. Теперь надо приличные тряпки найти. Хоть какие-нибудь, чтобы по девочкам. Так, и где тут ближайшая дорога-то до преследователя? Здесь, по-моему. Вот за преследователем и хранится, вообще-то, и неплохой меч, с которым я в первый раз, в общем-то, прошел игру, наверное. У меня было две пушки, это молот кузнеца и вот этот вот клинок, который там под жопой у преследователя. Еще там, в принципе, не хреновая броня, она такая тяжелая, но тяжелая по весу, а по статам как будто средняя, как я помню. Но броню я себе обычно выбивал из гигантов, вот тех вот железных в городе. С них падает, наверное, вторая по крутизне тяжелая броня в игре. То есть очень много брони дает, но и весит до хера. Круче только хавеловская трихомудия, вот это вот, сковородки там подвешенные на цепочках всякие. Ну согласитесь, что броня у Хавела, она просто отстойная. Вот если бы у Dark Souls была броня, как у лордов, хотя бы одна какая-нибудь, то самое чувство, знаете, когда самая крутая броня из одной игры выглядит хуже, чем самые лоховские тряпки из другой. А чтоб ты развалился, блин, а? Там, кстати, тоже черепошить стоит еще одна. Но ее можно обойти. Слава яйцам. Так. Угу. Солдатский ключ прям тут все двери открыл, кроме одной почему-то. О, блядь, а это что за ниндзя? Откуда он взялся? Он же... О, живучий гад. Чё-то, походу, я рано сюда иду.
Это очень вредные ребята. Сема свет жизни. Сема свет жизни — это мощь. Тут кто-то же вторгался вроде, нет? Или на новой игре плюс кто-то вторгался? Что-то не видно помощник. А, я ж не в человечности. Да-да-да, еще только ж человек может призывать на помощь себе фантомы. Да-да-да, не успокоился. Так, ну что, попробовать с ним сразиться или нет? Самоцвет, душа обезьяна. Все равно уже человечность просрана, что я кусок жизни потеряю. Понаписали-то, что хоть тут. Босс впереди, тогда может помочь охват в клещи. Босс впереди, так что может помочь друг. 0 лайков. Босс впереди. Какие вы все информаторы, прям, может помочь охват. Какой охват? Парирование, наверное, здесь должно быть написано. Может помочь парирование. Да, заебёшься его парировать, мне кажется, и меч наполовину сломан уже. Да. Ну ладно, ёптель, давай, покажи мне. Give me your box, motherfucker. Опять она его принесла. Чтоб тебя, бля, воробьи склевали, а? Жирненький такой, да, видите, грудная клетка какая. И глаз терминатора. Терминатор-циклоп. Дрын-то у него знатный, сука. И он еще летает. Вообще. Круто, блин. Так даже Тони Старк не умел. Ну давай, попробуем парировать, что ли. Да, неплохо. А вот теперь хуйня полная. Ну давай. Сука, тебе снова повезло. А вот теперь мне не повезло. Говно, блядь. Пошел нахуй. Ну давай. Да как он попадает, блядь, третьим ударом, а? Пиздец полный. Это нечестно, на самом деле, полное говно, потому что кувырок, блядь, должен вообще-то спасать от его сраных ударов. Блядь, и опять к нему прорываться. Вот чем бесил Dark Souls всегда, это то, что блядский босс заставляет тебя снова идти и драться с теми же мобами, с кем ты уже прорубал к нему дорогу, блядь, говно. Ну что, еще попыточку. Давай. Первый раз, причем парировать вообще классно получилось. Это вообще первый раз, когда я его парировал в своей жизни. Сука, на кону, или на кону лежат мои души вообще-то. Да, надо заранее. Хорошо, запомнили. Да-да-да. Да, согласен. Пухи. Блять, заебанец ты нахуй с порванной жопой. Как ты, блядь, заеб меня? Спрыгни нахуй оттуда, блядь, уже вниз. Летчик, блядь, хуев. Ну давай. Блядь. Это не то, чего я от тебя ждал. Блядь, пиздец полный. Просто, блядь, не встать, нихуя. Ну. Я запарировал, но он, блядь, был сбоку какого-то хуя. Это не преследователь, это заебыватель, по-моему. И снова. На этот раз я уже не набивал себе душ, чтобы их здесь оставить еще больше. Да, теперь рано. Хуй угадаешь. Для меня вообще преследователь один из самых сложных боссов. Я его так и не научился убивать нормально. Как успеть до него?
А, ну да, еще же он это умеет. Да, ебал я этот метод с катапультой, говно нахуй полное. Правильно, разъеби ее нахуй, чтобы она мне... Даже, блядь, чтобы я, сука, не думал, я не ебу почему. Блядь, теперь телега, ебаный ты нахуй, пидорас. Пиздец тебе все, заебала эта катапульта. Не знаю, кто придумал этот способ убивать его катапультами. По мне, так они слишком, блядски, долго заряжаются. Это, нахуй, полная ересь. Я его, блядь, так быстрее заебашу, по-моему, чем этими, блядь, катапультами, нахуй. Блядь. Да. Парировать точно не моя стихия. Не ебу, почему кувырок, блядь, перестал меня, нахуй, всячески спасать. Просто я огребаю раз за разом, куда бы он не наносил свой хуев удар. Началась великая схватка. Пизды к посраке, блядь. Что-то Эстус мне вылечил, просто вообще пиздец. Вообще нихуя он мне не вылечил, блядь, говно. Да ебал, пошел ты нахуй, короче, чувак, блядь, ебал. Видимо, сейчас вообще нахуй не время для него. Настоебывает это. Вот когда будет у меня кольцо, которое будет спасать эту ебучую человечность, чтобы я ходил к нему с полными жизнями, блядь, а не с обрезанкой. Тогда и будем, блядь, пиздеть. Потому что я не ебу, как это делать с помощью катапульт, нихуя. Слишком уебично как-то все это смотрится. Так его, блядь, затыкать не хватает ни хилок, ни, блядь, дамага, ни жизней. Поэтому мы его нахуй. В конце концов, можно обойтись и без меча этого ебаного дранглика и этих гребаных лохмотьев. Тем более, где-то здесь ждет дракон, на которого очень хочется посмотреть. На скриншотах я так понял, что дракон спускается и нападает сам. Вот интересно, как они это реализуют. Тем более, что есть ровно две дороги, чтобы пройти в следующую локацию. И обоих боссов, в принципе, убивать не нужно. Либо драконий всадник, либо преследователь на выбор. Убивать обоих могут только любители собирать шмотки из душ боссов. Просто убивать боссов. Просто любители дрочить. Еще кто-нибудь. Так-то, в принципе, здесь половину, наверное, не хочешь, не убивай. Ай, блядь, еще здесь-то. Сука, катакомбы гребаные. Я сюда уже ходил, в принципе, костер активировал, но это было на пиратке, когда начинал. Надо было и сюда без записи догребсти. Фу. Потом уже... Ладно. Хейдовцы тут сидят. Ну что, попытаться их, сука, замочить или нахрен они нужны? С них вроде ничего такого классного никогда не падало. Только чисто броня для понта. Необычная, но слабая. В принципе, сейчас их убить было бы самое оно, потому что у меня-то броня вообще как караул. Видите, как они легко и просто убиваются, как мало они теперь наносят. А здесь, по-моему, что-то, кстати, важное лежит. Чем-то я сейчас попытался сбить с него щит, который у него нет. Заебись. Сказал легко и наловил, бля, полный скворечник. Нахуй иди. Сука, ненавижу этого сколотушкой, блядь, мудака.
С него синий камень, по-моему, теперь белый камень. Ну что за белый камень? Я, по-моему, с него синие камни выбивал. Или что? Что за нахуй? Что-то я не понял. А, с него какие-то заточки, что ли, падают? Необычные. Да, белый камень лишает снаряжения дополнительных эффектов. Супер, блядь, супер хуй. Нет, явно не это с него падало. Человеческая фигурка. Вот может быть человеческая фигурка. Ну что-то крутое. А с этих уже ничего крутого не падало. Че тут так мертвых много? Со щитами они, кстати, попроще как-то убиваются. Может помочь рычаг? Какой рычаг? А, да. Увеличить место арены битвы с боссом. Кстати, он отсюда видно тёлку, он там сидит. Как будто на метле. Так, и там дракончик. Интересный, интересный. Может помочь, выманивая. Да, да, да. Они, в общем-то, тут втроём-то и не нападают, по-моему. Нет. Да-да-да, эти два подняли щиты и нападут только когда капитана их разделаешь. С двуручником это, конечно, самый лохобан, и стой просто у него за спиной. А, синее око я тут выбивал, чтобы вторгаться куда-то, по-моему. Или красное око. Бля, да хрен его знает. А это что такое? Что-то я провафлил. Талисман Ллойда. Вещь, которой я никогда в этой игре не пользовался. И чё? Вам не пора там на посты-то вернуться? Чё это им? Им теперь чё, ходьбу расширили? Бать, вы упоротые. Как меня отпиздить-то хочется, смотрите. Оу. Оу. Ой. Первый пошел. В разные стороны еще размахивает. Вот жаль, что здесь нету у каждой локации какой-нибудь истории. Что это за рыцари гигантские? Там про черных рыцарей есть, про белых рыцарей есть, про этих Сиона есть. О, старый меч рыцаря. Что-то это мощная какая-то фигня. Да-да-да. Вес мне особенно ее нравится. 140 дамага. Потрясающе. А здесь сколько? 170 дамага, а вес не намного больше. А здесь вес даже... А! Ну, хер знает. Вот, сомнительная пушка. Фуфло, по-моему. Лучше уж стандартный цвай. Хотя надоел уже всем до усрачки, я думаю. Что не игрок, то с твайхандером. Или с рапирой. Теперь можно, в принципе, туда рашнуть, а можно и пройти к дракончику. Поглазеть на него. Посмотреть, что за чмо. Может помочь. Голова. Ну, дыра. Еще один рыцарь Хейда. Они теперь все здесь сидят. Ты посмотри. Опа! А что это он встал? А что это он бежит? А что это ему тут надо? Охуел, что ли? У меня столько вопросов. А эти-то хоть сидят? Эти сидят. Он обгонит когда-нибудь великана, я просто хочу с ним один на один замеситься. Ну давай. Горбатый хуй, блядь. Ебать ты косой. Отчаянно он размахивал шашкой и теперь решил свалить вообще. Ну красавчик. Давай. Мимо. Ну ладно, ну, в принципе, попал. Оп, по жопе кочергой раскаленный. Ты мне не интересен, извини. Я хочу что-нибудь выбить из этого горбуна, пока он не сдриснул. Сука, падла. В белых доспехах. В принципе, если с него бронька падает, то в начале игры-то я не откажусь их всех троих замудошить за нее. Ну давай. Оп, пропущенный. И ты опущенный, сука. Успел меня шарахнуть.
с него мне выпало. А нихера мне с него не выпало, потому что, видимо, надо выбивать, чтобы что-то упало. Странно. Еще один сидит, встанет, встает. С пикой. Хера вас тут наделали. Чё ж раньше вас так мало было? Был вообще раритетный моб. Блять! Ох ты, сука! Я про тебя и забыл уже. Ну, пидорас, а. Чуть все мне не обосрал. Говноед, блять, ослов ебавший. Ну давай. Давай быстрее. Очередь стоит уже. Ёб твою мать, нихуя себе. Кого-то из них надо мочить. Они вдвоем уже меня бесят. Ну давай, давай. Сука, быстро великан подходит. Раньше медленные были. Да, и угадайте, кого замочили. Ай, 3000 душ теперь на полу валяется. Блять, ёпт, вот заебало это нахуй. Выманивание, блять, хули мобы с одной скоростью бегает. Как, блять, один на один с ним остаться, если они, блять, оба нахуй еле ходят. Как два инвалида, блять, пиздец. Не могу я успеть убить одного. С двумя такими драться вообще тупо, нахуй. Почему, блядь, главное, эти сидят, а те встают, блядь. Дай мне нахуй. Блядь, гандон. Срал я, блядь, мне душу мои забрать. Да и пошли вы, блядь, в пиздень. Своими, блядь, мобами. Сильно дерзко и решительно надо действовать. Херак, и все, и можно с ним вообще не драться. Что-то надписи столько много у этого рыцаря. Под жопой. И у сундука сидит. И что вы думаете, что там что-то ценное? Да там говно какое-то, осколок или еще что-то лежит такое. Может, красное око. Все, нахер пошел. Время сразиться с боссом. 3000 душ на кону, правда. Но тут босс-то босс, извините. Не босс, а абсос. Кто-то писал, что для него это самый сложный босс оказался. Смотрите, он просто косой. Он ничего не может. Он может крутануться вокруг себя, это если моча в голову ударит. Драконий всадник. Какой нахуй ты драконий всадник? Посмотри, какой ты жирный, блядь. Какой дракон тебя удержит? Дейнерис Таргариен, драконий всадник. Ой. Вырвалось. Оп. Причем щит-то классный вообще у меня. Он дамаг-то останавливает. Хватило бы выносливости. Но тут бои-то с боссами такие. Я танцую вправо, я танцую влево. Да. О, слабейший среди боссов. А душ дали как вообще за нормального пацана. Опа, и там, смотрите, встал, встал, встал. Белый, белый встал. Бежит сюда. Гандон, блядь. Контрацептив вонючий. Выждал же момент. А где костер? А вот костер. Оп. Ну что, прибежит? Сразимся ли мы в честном куме-то? Наверное, нет. Ну тогда я скипну вообще их всех. Так, мне здесь нужна была эта бабенка, кстати, а там куда эта дверь идет, интересно мне знать. А. Да, это все правильно, это дальше же. Забытую пристань, по-моему. Да-да-да, она говорит, что продает чудеса. Но продает она говно всякое. И еще она не настоящая жрица, по-моему, ее можно вообще убить. Видите, какую херню она продает? А что это такое? Увеличивает веру. Чтобы. Ну, как в религии, 28 тысяч и ты верующий. Будешь зачислен в ряды верующих. Да, и она теперь будет, собственно, по-другому выманивать деньги. Смотрите, все рыцари встали на ноги. Встали на ноги и ходят. Ищут.
Ввалить меня за всадника за драконьего собрались. Ну, псы, блин. Ладно. Надо только 15 тысяч душ потратить на что-нибудь. Души. Вот почему не классические деньги там, не знаю. Опыт. Души. Я думал, душа у каждого одна. Тут скелет убьешь, у него 160 оказывается было. Да проклятый, проклятый. Уже знаешь, сколько проклятый. Я знаю, что мне делать. Ты мне уже говорила. Теперь дай мне прокачаться, детка. Ну. Так, вот эту хрень надо. Выносливость подымать. И целину возделывать. Да, ну и, конечно, надо на пику затачиваться тоже. Но пока пики нету, есть короткий меч, надо им хотя бы побольше махать. Но махать этим коротким мечом, я думаю, буду уже в следующей серии, когда пойду еще за чьей-нибудь задницей. Да, надеюсь, не так, как сегодня, за преследователем. В общем, что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Адьё.